Шарбе. Именно такую акцию запустил, требующую снять с него обвинения, а также волнующийся за его здоровье и жизнь. Сейчас неизвестно, где Чешанбиев находится, с ним невозможно выйти на связь, к нему не могут попасть ни родственники, ни адвокаты. И, кстати, к акции уже присоединились персидский дагестанец и Мари Пирай. По поводу Чешанбиев. Мы всегда делаем ошибку. Если возможно, простите Чешанбиев, и он дальше вернется и занимается спортом. Надеюсь, станет по обвинению в двух статьях: разжигание национальной и религиозной розни, а также публичные призывы к свержению конституционного строя страны. Теперь Чешанбе грозит до 15 лет лишения свободы. Ну а вы в комментариях пишите, как вы считаете, справедливое ли такое наказание для него, или же все-таки слишком жесткое?